Какое самое главное право и какая самая главная обязанность закреплены в Конституции Республики Беларусь? Мы все свободны. Я думал, что это вы мне скажете, потому что я никогда этого не знал. Право на труд. Право на жизнь? Возможно. Я не помню. Что-то про свободу, типа личности, слова или чего-то такого. А обязанность? Не знаю. Я не знаю про обязанности ничего. Право быть избираемым, избранным. Право на труд. Право на достойную жизнь. Обязанность? А обязанность... жить по законам Божьим. Главная обязанность. Нету таких, по-моему, обязанностей. Даже трудиться бы не обязаны. Там не написано. Хочешь работы, хочешь нет. Право вроде бы на демократию, но... Обязанность? Выполнять свои обязанности. Право на свободу, безопасность, достойную жизнь. Главное право. Обязанность? Вот с этим сложнее. Не знаю. Я как-то больше думаю о своих правах, наверное, потому что их могут часто нарушать. Право на свободу слова, на здоровье, на образование и все остальное. Обязанности у нас все одинаковые перед государством соблюдать все эти законы и права.